Торфяные отложения тлеют в трех районах Иркутской области. Накануне меры по ликвидации возгораний глава Приангаре Сергей Левченко и председатель правительства Александр Битаров обсудили с начальником регионального управления МЧС Валентином Нелюбовым. По информации огнеборцев, действует около 10 очагов. Общая площадь территории составляет почти 30 гектаров. Что делается? Ну, первый, значит, момент. Все очаги, которые возникают, они сразу начинаются обслуживаться. Вот они опахиваются, не дается возможность распространения горения внутри, так сказать, этого торфяного слоя. Вот, и, соответственно, производится локальное обводнение данных участков. Значит, сегодня у нас работают 9 единиц техники и 26 человек личного состава.